Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Ольга Каурова. А сейчас я покажу, как с помощью программы MLBot Skype отправить сообщение своим новым друзьям, добавить контакты. В предыдущем видео мы с вами посмотрели о том, как вообще получить эти контакты, список контактов. И вот теперь, пользуясь этим списком, мы открываем этот список, берем из этого текстового документа, который мы в прошлый раз с вами сформировали, 40 контактов. Более 40 не рекомендуется. Копируем эти контакты. Заходим в нашу программу. Мы находимся в опции «Добавить друзей». Вставляем в поле «Вставьте контакты». Вставили. «Добавить в очередь». Здесь у нас заранее прописан текст. Подключим, здравствуйте, подключим 100 партнеров в ваш бизнес за 30 дней. Добавляйте скайп-чат, в нем помощь и поддержка. Дана ссылка на этот скайп-чат в сокращенном виде. И напишите там, хочу получить консультацию. И нажимаем добавить друзья. С правой стороны мы с вами видим, что у нас список сформировался. Три контакта отсеялись, видимо, серые или левые, или может быть они уже есть у нас в этом скайпе. Нажимаем «Добавить друзья». Программа начала выполнять приглашение с нашим текстом. И как только она закончит, останется только выбрать другой скайп и продолжить те же самые действия. Ну вот, завершается приглашение контактов. Теперь выбираем следующий логин скайпа. Возвращаемся в текстовый наш документ. Берем следующие 40 контактов, копируем и повторяем те же самые действия. Вставили, добавить в очередь, текст у нас остается тот же самый. Нажимаем. 39 контактов мы видим, вот добавились в список для добавления в друзья, и нажимаем «Добавить друзья». Пока идет добавление в друзья, мы можем переключаться на любые другие свои программки, выполнять какие-то действия, вот что-то там делать. Ну, вот завершается приглашение контактов. Все, дальше опять повторяем все то же самое. Выбираем другой логин, так как нам больше 40 не стоит для того, чтобы не получить бан от скайпа. Более 40 контактов мы не добавляем, поэтому меняем каждый раз логин скайпа. Смысл понятен, я думаю, о том, как вообще делать массовую рассылку, я покажу в следующем видео. На этом завершаю. С вами была Ольга Каурова. Всем пока-пока!